Всем привет! 29 ноября. Вчера увидела видео Натальи Королевой про чудо-юдо орхидейки. И сегодня решила тоже показать свою. Ну вот, в общем-то, она перед вами. В чем заключается чудо-юдо эффект? Это в том, что не знаю, передаст ли сейчас камера. Вот эта орхидейка у меня более 9 месяцев, и находилась она в замершем состоянии. Был у нее цветонос, шикарное цветение, и после чего она на время, на долгое достаточно время замерла. Ну вот уже на протяжении 2 недель у нее появились сдвиги в росте. И поначалу я думала, что растет молодой листочек. Вот мы видим. Сейчас постараюсь приблизить. В центре. Вот этот вот. Вот этот. Сейчас он выглядит как такой некий капюшончик. Но изначально он вылез первый. Затем у него появился вот этот лист. И посмотрите, в центре, в серединке, в самой, там сразу же лезет еще один листочек. Но вот этот вот капюшончик, он мешает этому листику. И вот, что это такое может быть? Подозрение, конечно, есть на детку, но у этой орхидейки не было цветоноса из точки роста, и как бы нет оснований для того, чтобы из центра появилась детка. Ну, как мы знаем, орхидеи такие непредсказуемые, что все может быть. Может быть, у основания этого молодого роста достаточно меньше, чем у основной розетки листьев. Оно получается тоньше и, в принципе, напоминает молодое растение. Буду наблюдать, что это такое может быть. Вот. Сейчас покажу, как выглядит детка из центра розетки. Это миди-орхидейка. Ее я уже показывала в своих обзорах. Видео есть, значит, детка из центра розетки. Орхидея с цветоносом из точки роста называется видео. И там я показывала в самом начале, тоже был маленький-маленький зачаточек, который я не могла понять, что это такое там показывается. И вот посмотрите, как она уже выросла. Вот эти вот серые полоски, напомню, это повреждение от трипса. Вот такие нарастила 2 корешочка детка. Вот такие 2 корешочка у нее появились. Как отделять, я пока не знаю. Да, в принципе, это и ни к чему. Вот. Но у меня назрел такой вопрос к знатокам и к зрителям. Может быть, кто-то сталкивался с этим. У меня еще такого не было. Это такой, как сказать, эффект, что ли, назову. Разворота розетки. Вот посмотрите, листья детки сначала росли так же, как материнские листья, по ходу роста, так назовем. Но последующие 2 листа, этот и этот, они развернулись и стали как бы поперек розетки. Также в центре растет молодой листик, и он будет точно так же поперек розеточки.
И вопрос такой, нормально ли это и с чем это может быть связано? Фактор освещения может быть полностью исключен, так как изначально эти орхидейки у меня стоят под ламповым освещением. Оно располагается сверху, и такого не наблюдается у остальных орхидей, которые стоят в этом же месте. И вот еще взрослая орхидея, у которой также наметился разворот направления роста розетки листьев. Также посмотрите, эти листья растут в этом направлении все, а с ростом молодых уже листов изменилась, розетка повернулась. И получается такая своеобразная ромашка. Вот. Эта орхидея тоже у меня более года. Цвела. Два цветоноса. У нее много хороших корней. Вот. Есть замершая детка. Где, по-моему, это? Да. Там вот есть замершая деточка под листиком. Она перестала развиваться. Так, если встанет вопрос о том, что это такое у меня белое, то повторюсь, что я уже показывала, что свои орхидеи я припудриваю корневином для роста молодых корней. Вот. Если кто-то знает об этом, вот именно разворот розетки, так я его назвала, сталкивался с этим, может как-то это объяснить, пожалуйста, пишите в комментариях все, что вы знаете, все, что вы думаете. Мне будет очень интересно узнать, с чем это связано и сталкивался ли кто-нибудь вот с этим. Благодарю всех за просмотр. Всем спасибо.